Привіт, друзі! Знову я, Нелі Толмач, запрошую вас на зустріч на нашому дитячому майданчику. Сьогодні ми приймаємо гостей у себе вдома. Любі хлопчики і дівчатка, відкладуйте всі свої нагальні справи, тому що до нашого майданчика завітали юні знавці справжньої музики. З великим задоволенням до вашої уваги я хочу представити цілий ансамбль скрипалів Снігурівської дитячої музичної школи. Сьогодні діти завітали до нашої студії і на чолі з керівником Ольгою Богданівною Кравець. Я вітаю вас і дякую, що зі Снігурівки ви дісталися до Миколаєва і тут у нас на обласному телебаченні берете участь у записі програми. Дуже дякую. Доброго дня. Доброго дня. Насправді, ви знаєте, цікаво дізнатися про філософію колективу, який вже має певний досвід, і ви є, знаєте, складовою частиною цього величезного колективу. Але, шановні гості, я хочу звернутися до вашого керівника, Ольгу Богданівну. Розкажіть, будь ласка, з чого стартував колектив, яка історія ансамблю? Ну, надо начать з того, що я працюю вже 36-й год в Снігурівській музикальній школі. І у мене завжди був ансамбль скрипачей. От я як прийшла на роботу, у мене завжди був ансамбль скрипачей. Конечно, не всегда было большое количество детей, потому что это сложный инструмент, и научиться тоже сложно на нем. Но, тем не менее, стараемся вот как-то благодаря детям, которые выступают. Одни увидели, вот некоторые детки, которые здесь сидят, вот Настя, Дима, они пришли именно после концертов, которые мы предоставляли публике. Вот в школах, допустим, мы в детских садиках выступаем и в общеобразовательных школах. Выступаем в Доме культуры, даже на рынке. Правда? Просили, да, мы даже на рынке выступали. Приобщаете народ к искусству, да? Да. Ольга Богдановна, какая возрастная категория? Вот сегодня у нас получается как бы подростковый возраст больше, да? Да. Мы начинаем заниматься со второго, как объяснить, со второго класса. Угу. Ко мне детки приходят, вот я набираю класс себе, и подготовительный первый класс, они обучаются, а потом уже со второго класса мы начинаем обучаться такому предмету, как ансамбль скрипачей. Предмет, конечно, не из легких, можно сказать. Почему? Потому что надо прежде знать свою партию, потом надо слышать своего товарища, слышать свою партию. То есть работы очень коллективное много. Коллективное творчество, да, да? Да, очень много работы. Но мы стараемся, работаем, мы выступаем. И вы знаете, вот все дети, которые ходят ко мне в ансамбль, они этот, учитывая то, что сложный предмет, они любят и они ходят с удовольствием. Ну, на некоторые предметы не совсем с удовольствием, но тем не менее на ансамбль, когда сложно, ідуть з удовольствия. Шановні друзі, саме зараз я хочу запросити вас в таку невеличку мандрівку творчістю наших гостей про свята і будні скрипалів. Давайте подивимося з наступної відеозамальовки. Thank you.
ансамбль скрипалів Снігурівської дитячої музичної школи сьогодні в гостях дитячого майданчика. Любі хлопчики і дівчатки, саме зараз ви дізнаєтеся про мистецтво гри на скрипці від досвідчених експертів, від ваших однолітків, які вже знаються на цьому виді мистецтва. І саме зараз я хочу почати наше знайомство з першої гарненької дівчинки. Її звуть Наталя. Наталочко, скажи, будь ласка, як давно ти працюєш у цьому колективі? Я підкреслюю, працюєш, тому що ми сьогодні говоримо про роботу, про складний такий тяжкий труд, перш за все. Ну, музикалку я хожу 4 роки, займаюся вже год. Наташ, почему именно скрипка? Скажи, пожалуйста, вот из всех инструментов, которые представляет, да, детская музыкальная школа, ты выбрала, собственно говоря, скрипку. Один из самых сложнейших инструментов. Ольга Богдановна нам сегодня об этом говорила. Ну, понравилось. Да. Как ты считаешь, вот для тех вот ребят, которые нас сейчас смотрят, вот с чего начинается игра на скрипке, с чего начинается это искусство, как правильно войти для того, чтобы вот эти все трудности, которые имеются на пути, преодолеть? Ну, игра на скрипке сначала начинается с того, нужно одолеть, как работать с мячком, потом пальцы, как правильно ставить на скрипке, ну и дальше получается. Что для тебя было самым сложным? Одолеть, как работать с пальцами и с мячком. Вот это самые первые моменты, да? Вот, собственно говоря, пальчики как было настроить. Сложно. Так, и дальше все классно было. Да, получалось все. Получалось. Молодец. Лизонька, как у тебя происходило все? Я пришла очень маленькая, я не понимала, что, что это такое скрипка. Но первые дни, да, всегда оно сложно. Учишься держать смычок. Но потом как-то оно все сглаживается, да? Сглаживается, да. И ты просто забываешь о всех трудностях, когда ты слышишь этот звук. Слушай, Лизавета, ну а почему маленькая? Это твой был выбор, вот личный выбор, или мама привела? Мама привела. Так, сколько тебе годиков было тогда? 6. 6 лет, ну это уже не маленькая, ты уже взрослая, сознательная девочка была, да? Какие твои были первые ощущения, когда ты увидела работу коллектива? Вот какие мысли, ты помнишь тогда свои ощущения? Потому что, собственно говоря, от того, что тебя впечатлило, наверное, зависит будущий твой путь, насколько он будет успешным. Ну, я когда пришла, и они начали играть, и это было восхитительно. Волшебство вот, какое-то, да? Да? Тогда... Так, когда первые твои вот удачи, первые успехи стали проявляться, сколько лет прошло, времени сколько прошло, потому что мы говорим о сложном пути таком, который, знаешь, как капелька за капелькой собирается. Ну, наверное, во второй год я уже, у меня хоть что-то, но начало получаться. А что стало получаться, когда ты вот подумала, Лизавета, ты молодец, все, у нас уже все классно, все получается? Ну... Может быть, просто не бояться выходить на сцену, потому что это тоже очень важно. Да. Да? Ты вот, ты выходишь, и вот на тебя вроде все зрители смотрят, и тебе так страшно, но... Надо преодолеть этот страх, и все получится, да? Так, Катерин, а у тебя как происходило, как долго ты в коллективе этом? Я уже 3 класс, 4 год. Так. Сначала мне было очень интересно, но были трудности, было сложно, но было очень интересно. Ну что интересно? Вот понимаешь, я когда смотрю на вас, вы какие-то все волшебные, потому что для того, чтобы созвучие произошло, ты представляешь, вот сколько вас, и каждый должен вовремя вступить, каждый должен свою партию четко проиграть, правильно? Так, а что тебе интересно? Мне интересно всегда было играть какие-то новые произведения. Они мне всегда очень нравились. Я всегда любила дома их играть, мама слушала. Ему тоже очень нравится. Мама самый главный твой критик, да? Хорошо. Как она тебя поддерживает? Потому что то, что Ольга Богдановна вам говорит, это важно. Я полностью согласна. А вот как мама тебя? Мама ругает иногда? Вот она тебя критикует? Mm-hmm. Все хорошо. Катюша, ты самая классная, да? Суперо. Катерин, вот я бы сейчас попросила тебя, чтобы ты показала нам смычок. Потому что вы так браво ими играете, вы пользуетесь ими, да? И скажи, пожалуйста, с чего он состоит и какая самая главная вот деталь, элемент в смычке для того, чтобы появлялся звук? Смычок состоит из волосин. Угу. Это вот дрозд, а это вот колода.
Его главная часть – это колода. Так, Катюш, а вот твои коллеги по коллективу говорят о том, что надо правильно научиться держать смычок. А в чем же особенности вот этого искусства? Ручку не зажимать. Да, это самое главное, потому что если будет зажатая ручка, рука, она уже, звук будет не такой. Плавно научиться, да? Да. Ты дома тренировалась? Да, очень часто. На чем? Или дома такой есть свой домашний смычок? Первое упражнение я тренировалась на карандаше. Наш урок начался с того, что я начала держать сначала карандаш, а потом уже, когда мы купили скрипку, я очень боялась, но я начала держать смычок. Катюш, а для наших зрителей ты покажешь, как правильно надо держать смычок? Вот как не напрягать ручку? Вот ты говоришь на карандаше, давай, вот мне ручка тоже, ты показывай, я тоже буду за тобой повторять. Вот. Ну, так вот ставить пальцы так на резине, чтобы вот стоял, угу. И рука чуть была приподнята и расслаблена. И расслаблена, да? Когда стало получаться уже? Ну, уже где-то через несколько уроков уже научилась. Дома очень много тренировалась и дала свой результат. Ну, сложно, слушайте, сложно, потому что, во всяком случае, надо хотя бы руку вот эту вот держать, а это же пока звучит произведение, это долго. Ну, видите, какие молодцы. Ольга Богдановна, на что вы ставите, прежде всего, когда вы берете детей как чистый лист? Вот видите, насколько они вам доверяют. Вот 100% доверие и созвучие. Первое, на что обращаем внимание, это, конечно, на музыкальный слух. Дело в том, что любой инструмент, ну вот который мы, вот баян, фортепиано, мы нажимаем, мы слышим чистый звук. А у нас его надо извлечь. То есть это очень большую роль играет. И обязательно, ну вот мы проверяем, как поют детки, эмоциональность, ну вот все это играет большую роль. В комплексе, да? Да, в комплексе. Потому что эмоции на скрипке тоже надо выразить. И вообще, вообще-то скрипка – это царица музыки. Вот есть такое выражение, древнее, мне кажется. Вот. И мы вот всегда обращаем внимание на то, как детки поют, как они слышат. Мы вот проверяем и... Мне самые лучшие дети. Я уверена в том, что на самом деле самое лучшее. Шановні друзі, ну, а знаєте, зараз можна багато говорити про музику, можна аналізувати, філософствувати, але краще один раз послухати. І саме зараз я запрошую вас у дивовижний, прекрасний світ музики. Скрипалі зараз представляють цей світ. Давайте дивитися. Thank you.
повертаємося знову до студії, я хочу нагадати, що сьогодні у нас у гостях ансамбль скрипалів Снігурівської дитячої музичної школи, і ми продовжуємо знайомство. Дітки, я дуже вдячна вам за цей номер, за прекрасний виступ, за вашу таку гармонію, яку ви привнесли на наш майданчик. І у нас є Юлечка, така дівчинка. Юля, скажи, будь ласка, скільки ти займаєшся музикою взагалі? Ну, я вже у четвертому класі, я вже п'ятий рік вчуся у музичній школі. Так. Мені це дуже подобається. Чому саме скрипку обрала? Я хотіла завжди, от у мене був хист до бандури. Так, я хотіла також на балалайці вивчитись, але в музичній школі балалайки не було. І я раніше, ну, в книжках дивилася цю скрипку, і мені вона дуже сподобалась, і мама каже, а чому тобі не взяти скрипку? І тоді я взяла скрипку, і перші мої уроки мені було дуже складно, тому що це брати смичок, оцей олівець, і їм, ну, правильно ставити пальці. Потім, коли мені, ну, я навчилась вже це робити, і коли мені купили скрипку, то я дуже її, ну, навіть до рук боялась взяти, тому що, ну, вона дуже хрупка, і цей інструмент, він мелодійний, і він, ну, ніжний, дуже ніжний. Да. Юля, а з чимось у тебе от ідуть асоціації музики, коли лунає, коли скрипка видає ось цей звук? Ну, в музиці у мене таке, я от, коли граю на скрипці, я чувствую, що я дома. Мені от дуже, ну, коли я граю на скрипці, то вдома мене завжди всі приймуть. І от я дуже по святам люблю грати на скрипці своїм бабусям, дідусям, своїм друзям. Вони аплодують, напевно, да, так? І вони, ну, мої друзі, от всі в класі, вони дуже люблять скрипку. І коли я граю, вони дуже задоволені тим, і вони пишаються тим, що я їх не є в класі. Так, я думаю, що ти насправді героїня в вашому класі, тому що не кожен може пишатися насправді або показувати мистецтво гри на скрипці. Бачиш, дуже тонко ти підмітила, що скрипка – це домашній інструмент. Не кожен таке скаже, тому що тут підкреслюється душевність, перш за все, так? Наскільки вона своя. Найтонші струни душі – скрипка. Прекрасно. Дуже дякую, що ось таку думку ти висловила. Далі у нас Настюша, так? Настя, скажи, будь ласка, для того, щоб опанувати себе і подолати труднощі, як налаштуватись для, ну, таки, це ваш досвід, що б ти побажала вашим одноліткам для того, щоб пройти весь шлях і досягти перших результатів? Що найголовніше треба мати на увазі і щоб червоною ниткою пройшло крізь ці роки заняття музикою? Прежде всего, нужно очень сильно хотеть заниматься музикой, ну, должно нравиться это. Ну, и еще нужно много трудиться, потому что скрипка – это очень сложный инструмент. Ну, нужно каждый день играть, регулярно ходить в музыкальную школу, ну, чтобы добиться каких-то результатов. Настюш, ну а как же успеть еще и со школой? Ведь каждый из вас каждый день ходит в школу и первую часть дня посвящает урокам, которые надо еще подготовить с вечера. Как найти время, как себя переформатировать немножко, может быть, структуризировать свой день правильно? Ну, я после школы, после того, как поделаю уроки, я, ну, буквально пару часов уделяю скрипке, ну, и мне хватает времени. Потом два раза в неделю я хожу на уроки в музыкальную школу. Ну, а так я занимаюсь дома, и мне, ну, хватает времени. Кто для тебя является образцом игры на скрипке, вот кроме Ольги Богдановны? Что ты еще слушаешь для того, чтобы усовершенствовать свое искусство игры на скрипке? Может быть, какие-то в интернете находишь сайты, может быть, переписываешься с кем-то? Потому что в вашем возрасте это нормально, да? Вот когда вы на каких-то общих занятиях, идеях, вы целые сайты, целые форумы создаете. Ну,
Я вот ни с кем не переписываюсь, но в интернете есть много записей, разных видео, фильмов про известных скрипачей, про их творчество, ну и в общем про музыку, где я могу узнать много интересного и нового про мой инструмент. Конечно. Настёж, будет в будущем иметь продолжение вот сегодняшнее твое занятие? Это будет профессией твоей или оно останется в качестве хобби? Мне нравится играть на скрипке, но мне кажется, я не захочу в будущем полностью посвятить свою жизнь музыке. Но это всегда будет оставаться моим хобби. Что тебе дало вот на сегодня уже занятие музыкой? Знаешь, почему я спрашиваю? Потому что каждый из вас – это отдельная страничка жизни коллектива, правильно, ансамбля? И каждый из вас очень гармоничен, у вас даже звук, у вас ваш голос какой-то особенный. Как ты изменилась за время пребывания в этом коллективе? Что тебе дало вот внутренне, как ты почувствовала изменения в себе? Я завела новых друзей, но потом… Друзей из коллектива, со школы, да? Я стала более духовно развита, музыка всегда это помогает. Я узнаю очень много нового, я всесторонне развиваюсь, Я с тобой согласна. Сколько тебе лет? Мне 15. 15 лет. Собственно говоря, сколько лет вот ты думаешь еще вот заниматься в школе? Это мой, к сожалению, последний год, и я уже буду выпускницей. Но как много уже, да, вот ты перечислила вот через запятую, и каждое твое достижение, оно очень значимо. Спасибо тебе большое. Дмитрий, сейчас будет уже у нас такой мужской разговор. Девчонки лирики навели нам, рассказали много интересного, душевного. Скажи, пожалуйста, Дима, как ты видишь вот занятие музыкой, скрипкой, и почему, как мальчик, ты выбрал именно это занятие? Проявил интерес к этому предмету. Это личный интерес был? Или потому что друзья, например, кто-то пришел? Сам захотел. Сам. Почему скрипка, Дим? На скрипке можно много чего сыграть. И как сложный инструмент дает больше развития в чем-то необычном. Правда? Вот сейчас сидят ваши ровесники и говорят, что-то можно на той скрипке сыграть, кроме вот таких каких-то, серьезных классических произведений. И, в принципе, вот классическая музыка, она воспринимается однозначно большинством. Как ты видишь, вот скрипка и современная музыка, насколько действительно можно как-то все это сочетать? Даже некоторые современные произведения тоже сопровождаются классическими инструментами. И скрипкой, я тоже слышал, есть некоторое большое количество таких произведений. И это они очень классно звучат, правда? Да. Потому что такое созвучие, такая глубина звучания невероятная. Дим, как ты чувствуешь музыку? Вот какая она музыка, скрипка, какая для тебя вот изнутри? Потому что каждый из вас по-своему это, безусловно, видит. Как-то велично, спокойно даже и необычно. Я с тобой согласна. Это для меня скрипка – это музыка эльфов. Вот сказка, возможно, какая-то, да? Но так оно и есть. Дим, что любишь слушать вот параллельно дома? Потому что музыкальная школа – это классно, но каждый из вас чем-то увлекается параллельно, какие-то музыкальные пристрастия свои есть. Как в современном мире и как парень молодой, я в основном слушаю сейчас популярный рэп. Все-таки, да? Я думаю, что это возраст ваш, и понятно, что каждый возрастной период, он связывается с какой-то музыкой, и это правильно. Но очень хорошо, что ты понимаешь уже суть настоящей музыки. Время так быстро у нас пролетело, просто, Ольга Богдановна, последнее вот ваше достижение, вот чем особенно гордитесь? Мы гордимся тем, что нас пригласили в этом году, в мае месяце, на отчетный концерт Николаевской области, в Баштанку. И мы там выступали, мы не лауреаты, мы нигде, мы только в городе выступаем, как-то мы так и нигде себя не проявляли в области. А вот нас пригласили, и мы достойно выступили, хорошо выступили, и все молодцы. К чему сейчас готовитесь? Есть что-то особенное? Сейчас мы, конечно, готовимся к 55-летию нашей музыкальной школы. Естественно, мы то, что у нас было хорошее произведение, мы все повторяем.
Вот, и новое начали изучать уже с кларнетом. Вот мы немножечко расширились. У меня ансамбль, еще есть две маленькие девочки, они во втором классе, но они только пришли. Вот наш ансамбль расширился, и мы еще мальчика взяли из кларнета, такое произведение, но пока оно в работе. В работе. Ну что ж, я очень благодарна за нашу встречу. Я хочу вам пожелать широкого творческого пути, достижений, конечно же, и не прекращайте никогда увлекаться музыкой. Будете вы заниматься скрипкой дальше или не будете, это совершенно не важно. Но вот тот, знаете, ту ступень, которую сегодня вам привила Ольга Богдановна, не понижайте ни в коем случае его. Всего вам хорошего. Спасибо большое, что вы были с нами. Спасибо. Спасибо. Шановні друзі, підходить до завершення програма «Дитячий майданчик». Я, Нелі Толмач, вдячна всім, хто склав нам компанію. Я прощаюся з вами, але призначаю зустріч на цьому самому місці, але вже за тиждень. Пока-пока!